Зимняя коллекция белорусской обуви представлена в большом ассортименте мужских и женских моделей. Все размеры обуви, которая подойдет для каждого, рассчитана на любой подъем и полноту ноги. Выставка-ярмарка проходит в гостиничном комплексе «Лович» регулярно, и многие рязанцы становятся ее постоянными посетителями. Покупаю сегодня уже третью пару. Обувь мне очень нравится. Я не первый раз здесь. Очень удобная, практичная. Ногам в них очень хорошо. Почаще приезжайте к нам, посезонно. Вот, поэтому купила на три сезона. Осеннюю, зимнюю и вот летнюю. Ногам в них очень удобно. Носки ношу уже третий год. Да, и поэтому вот еще пришла купить называемый про запас, как мы всегда говорим. Для этого прям нет слов. Это такое удобство. Ни в одном магазине так не найдешь. Потому что такая обслуга... Прям уходить не хочется. Хочется мерить и мерить. Довольна обслуживанием. Я уже здесь третий раз. И осеннюю покупала обувь, и летнюю. И вот сейчас вот купила осеннюю, зимнюю обувь. Очень довольна. Ноги проблемные. Так что обслуживание на высоте. Гости выставки говорят, что приходят сюда из-за хорошего качества обуви и приемлемой цены. Основные покупатели – люди старшего поколения, которым очень важно удобство и практичность моделей. Нравится нам тут все. И обслуживание, и качество хорошее. Не первый раз мы вот берем уже. Этот раз вот подобрали мужу мы. Широкая нога у него, чтобы на зиму носочек пододеть вот такой потеплее, шерстяной. И не скользящая подошва. Некоторые называют это вот «прощай молодость». Но это не так. Это очень хороший, надежный обувь. Некоторые рязанцы впервые посетили выставку. Они были приятно удивлены подходом консультантов к их потребностям. Я решила прийти вот посмотреть, как, чего, что. Может быть, даже подобрать себе чего-то. И вот видите, подобрала. Даже главное дело то, что обслуживает очень хорошо. Мы капризные старые люди, очень даже капризные, особенно я. Я капризный, я выбираю то, не то. Услужила, подобрала. Еще раз спасибо, девочка. За время работы представители ярмарки изучили покупательский спрос. Для выставок они подбирают фирмы и модели обуви, проверенные временем. Обувь очень мягкая, натуральная кожа, город Витебск, Белоруссия. Подошва не скользящая, не ломается, не трескается. Тут не кубиками, а цельная подошва. Она цельная, вот эта есть. Не пустотелая. Вот. Молнии хорошие, качественные. Мех натуральный. Для каждой пары обуви существует сертификат качества. Покупателям выдается памятка с рекомендациями по уходу за изделием. Фирма «Марка», она себя никогда еще не подводила. И она старается и до сих пор выпускает качественную обувь. Вот одна из этих моделей. Хотя у нас моделей очень много. Принцип тот самый, кожа та же самая. Рассчитана на широкую ногу, потому что у кого шишка на ногах, у кого подъем. Ну и на холодную погоду. Вот она держит 25-30 градусов. На выставке-ярмарке представлены также мужские и женские куртки различных размеров. Они оптимально подходят для зимней погоды. Одежда комфортна в носке. Куртки сохраняют тепло и позволяют испаряться излишней влаги. Примерить одежду и обувь можно в гостиничном комплексе «Лович» на первом этаже до 21 ноября с 9 утра до 5 вечера. В следующий раз выставка приедет в наш город в декабре. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».